Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это состав «Пари Сен-Жермен». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это состав «Пари Сен-Жермен». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это состав «Пари Сен-Жермен». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это состав «Пари Сен-Жермен». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это состав «Пари Сен-Жермен». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. За боковой будут мяч в игру вводить. Башилья. Попадает под прессинг. Башилья. Потерял он мяч, но кому он достанется? Венье. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват.